So, you next, okay? So, what we're going to do is, we're going to talk about defense. Everybody say defense. It's a nice sheet. Okay. So the first thing we're going to talk about is transition defense. Первое, о чем мы говорим, это защита при переходе от защиты нападения, при защите от поступления матча. Right. Transition defense. So the first thing we talk about is transition defense start when the ball's in the air. Защита от перехода начинается, когда мяч идет, находится в воздухе. So transition defense starts when the shot is up. Once the shot goes up, everybody drops out. The blue team must get back in transition. В тот момент, когда команда идет бросок, вся команда ставит спину, но синяя команда уже играет в защите. Вынос мяча. Вот идет переход на защиту нападения. We have to take the basket first. Basket. Первым делом идет защита защиты. Но идет защита кольца. Это первая задача, но защита кольцом. Yeah, basket is first. Защита кольцо — это первое, на что мы обращаем внимание. Then ball. Somebody take the ball. Второе, на что мы обращаем внимание, это защита против мяча. Come on down, come on down. So basket, ball, first threat. First threat, первая угроза, да. Okay. Защита против первой угрозы, против того, от чего мы ждем угрозы в первую очередь. Yes. All right, now. So in transition defense, it's basket, ball, first threat. Защита, еще раз, защита против перехода, против быстрого нападения. Защита против кольца, оборона против мяча и против первой угрозы, против первого хорошего броска. Right. That's what we call convert. Вот это мы и называем конвертацией. Это как раз сейчас, может быть, не поберу приходящее слово. Изменение. Конверт – это трансформация изменения. Я не знаю, как. Okay. Да, я сказал. Coach Popeye is going to talk about once the ball goes to the wing, throw it. Now, he's going to talk about how we should look defensively in the half. Go ahead, Popeye. Popeye is going to talk about how we позиция лоу-пост полностью в средней позиции лоу-сап, очень четко
Говорим также о защите слабую сторону. Туда идет меньше угрозы. Защита плеча. This is perfect position right here. Weak side of the finger. You can see the ball himself. Игрок, значит, контролирует, чтобы он очень хорошо представлял, где находится мяч. И он стоит на линии между мячом, контролирует линию передачи мяча к игроку, за которого он отвечает персонально. Он занимает эту линию, находится по прямой, перекрывает передачу. And the same with the top guy right here. То же самое и с третьим игроком, оставшимся пятым игроком, он контролирует линию передачи. Now again, this is what we call our half-court shell defense. Это мы называем наш щит на нашей половине поля. Такая наша щит, вот наша стена, наверное, щит как раз самый раз на своей половине поля. Вот такое построение. So now the ball is on. This is the strong side. Это сильная сторона нападения, наиболее опасная. То есть, это слабая сторона нападения, мяча, которая представляет меньше опасности. Тогда мяч начинает двигаться. Сразу же происходит передвижение, чтобы в первую очередь защита здесь от передачи. Если туда двигается мяч, сразу происходит перемещение. Слабая сторона. То есть теперь эта сторона становится сильной, и та сторона становится слабой стороной. Сейчас мы должны проработать эту ситуацию таким образом, что перед синей командой будет нападать, и белая команда должна все это провести весь этот контроль. Контроль от мяча, контроль корзины и контроль силы слабой стороны нападения. Двигайте, двигайте мяч. Когда мы говорим о защите на своей половине, есть несколько возможных ситуаций, которые мы должны сейчас тоже разобрать внимание. Обычно ситуация номер один – это пикерол. Есть несколько способов защиты от пикерола. Мы из них два сейчас наберем. Один из них называется блиц, это, видимо, блиц и капельс. Надо было свечить, соответственно.